Сакатовский гибрид XDV4015 в этом году мы высаживали и показал очень хороший результат по 2-3 крупных арбуза. При такой сильной засоренности, можно сказать, очень засоренное поле было. И при этом мелких арбузов почти практически не было. Это особенность этого гибрида сакатовского. Вот, как вы видите, это прекрасные вот, крупные арбузы, около 10-килограммовые, продолговатые такие. При этом очень крупные и красивые. XVD4015 гибрид показал в этом году очень хороший результат. Поэтому, я думаю, уже в дальнейшем многие уже просят, которые видели, и будут его уже заменять те гибриды, которые сажали раньше.